Пятый женский форум прошел в Астане. Организатор юбилейного мероприятия сообщества ярких предпринимательниц Казахстана «УМАЙ». Фонд помогает женщинам получить бизнес-навыки и объединяет больше 300 человек из разных уголков страны. В форуме участвовали как начинающие предприниматели, так и эксперты в сфере бизнеса, финансовой грамотности, налоговой безопасности и медиа-менеджеры страны. Они обсудили вопросы гендерного равенства и развития своего дела. Деятельность нашего сообщества направлена на нефинансовые меры поддержки женщин, которые развивают свое дело, свой бизнес, на развитие дел предпринимательниц. А также мы помогаем женщинам, которые решили самореализоваться, уйти с найма, открыть свое дело. То есть мы созданы для предпринимательниц. На форум у нас регистрация 2100 женщин сегодня со всего Казахстана. То есть здесь представлены и предпринимательства с Кустаная, из Караганды, из Семипалати. Очень много женщин с Павлодара, ну и, конечно, со Астаны, с Алматы. Главная тема форума «Сделана мамой», в рамках которого также организовали выставку, участие в которой приняло порядка 80 предпринимательниц страны, в том числе ювелирный, хлебопекарный, кондитерский, текстильный бизнес, а также творческое сообщество. Здесь собралось очень много женщин со всего Казахстана. Вот мы представили здесь свою продукцию. Для нас на самом деле это возможность, да? Мы здесь вот представляем свою продукцию, люди знакомятся. А я посещаю уже второй форум «УМАЙ», который проводит Жамиля Ернзарова. А помимо этого Жамиля проводит для нас обучающие мероприятия. Сказать, сколько по количеству, это невозможно, потому что она отправляет нам информацию, проводит различные тренинги в Zoom практически каждый день.